такое? Ребятушки, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребятушки, что это у нас? смотрите одну из форм бизнеса в США, в частности в Бруклине. А, это опять этот мужик, что ли? Вот человек стоит, своим телом не дает закрыться этой двери. Эта дверь предназначена для тех, кто с коляской. Good, 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 man. No, no problem. В общем, это метро, короче. Why are you recording me? Good, 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 man. Why are you recording me? Чё тебе надо? Why are you recording? Чё тебе надо? Why are you recording? Тупо по-английски, тот ему по-русски. Why are you recording me? Чё тебе надо? Слава богу! Да, да. Что мы живем в России, а не в Америке. А чел живет в Америке, но походу, блядь, все-таки ощущает себя в России. Why are you recording me? Why are you recording me? Чё надо? Иди отсюда, блядь. Короче, это метро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И когда он своим телом прикрывает... Все, отвязался. ...открывает вход, он дает возможность пройти зайцам. И тут же стоит со стаканчиком, да? Говорит, киньте мне за это какую-нибудь монетку. Вот такие вот бизнесмены. Зона агро, как у моба. Ну, NPC, блин. А вот непосредственно метро. Подписывайтесь на канал. Ребятушки, смотрите. У него много такого контента на канале? Че он тут еще делает-то? Погода в Нью-Йорке. Привет, ребята. Подожди, я вот приехал это домой. Не то, блядь. Здравствуйте, ребята. Говорят, кратко сестра таланта. Попытаюсь за одну минуту, а шорс просмотр нельзя делать. Больше приравнивается к получению повестки. Вам нужно до завтрашнего дня явиться в военкомат для прохождения медкомиссии, или вы получите бан. Это, кстати, правда. Бан, если что, у меня прям в чате. Пермач. Реально. Более одной минуты. Уместить несколько... Ребята, это... Заебали, блядь, уже не к месту. Мемы скидывать. Тем, одновременно с этим показать вид. Да нахуй ты мне свой вид показываешь? Давай что-то интересное. Это шо? Здравствуйте, ребята. Чтобы экономить денежные средства, нужно знать, где покупать товары. Вот вы только что увидели в самом начале. Всего 33 года, а совку понадобилось 69 лет, чтобы развалиться. Подожди пару лет и увидишь, как великая Россия начнет так же сыпаться. Еще пару лет? Два года назад говорили, через два года посыпется. Еще два года, блядь, значит, надо. Ну, ё-моё. Вначале я вам показал название магазина, в который я зашел. Доллар 3 его название. Почему? Потому что весь вот этот товар стоит... Блядь, что это такое? Доллар 25. Вот смотрите, везде доллар 25. А что такая 25, помойка в магазине? Доллар 25. Вот зубная паста мне нужна. Щетки зубные в паре, допустим, хочешь купить? Покупай, доллар 25. А что происходит? Что его ограбили? Вот я только что ходил в гастроном, вот в который мы с вами ходили в прямом эфире, и там вот такой вот тайт стоил 3,5 доллара. Доллар, а да? Здесь доллар 25. Вы представляете? Вот это вот все по доллар 25. Я понимаю, но почему магазин такой грязный? 25. Всю кухонную утварь, которую я купил утварь! В свою гостинку, ужас, я покупал вот здесь. Весь вот этот товар стоит доллар 25. Вообще абсолютно все стоит доллар 25. Так что, ну все, ребят, пойду закупаться туда что, сегодня. Знаете, места доллар 3 называется. Ставьте лайк. Только что-то страшно туда заходить как-то. Что-то, я не знаю, очень странное место. Как будто в хорроре каком-то, знаете, вот. Локация из какого-то хоррора. Инди-хоррора. Туда заходишь и больше не выходишь, все. За тобой монстры начинают бегать по этому магазину. За доллар 25. Причем хоррор стоит столько же, доллар 25. Реально, чисто пуп-киллер. Поэтому там и в говне все. Ну реально. Слушайте, полезный канал. Вот я теперь знаю, где брать продукты за доллар 25. Скачай расширение BitTier YouTube Shorts. Позволяет нахера? Перематывать, менять громкость и скорость. А почему YouTube не может догадаться до такой вот штуки, как громкость, перематывать шорты и прочее?
Почему, блядь, я должен скачивать какие-то непонятные дополнения и прочее? Ну, типа, серьезно. Реально не понимаю. Так. Чё, я все в принципе?